1 сентября, суббота. Этот учебный год начали впервые 138 первоклассников 12-й школы. Также нынче за парты сядут 21 человек из 11-го класса. Сегодня еще нет уроков, только организационное занятие. Поэтому за партами и по двое, и по трое учеников. Первоклассница Ксюша Патракова легко осваивается в новом для себя коллективе. С кем ты познакомишься, подружишься? Да. Подружки, наверное, новые будут у нас. Из класса вместе с первым Б спешим в актовый зал. А там уже поздравляют с новым учебным годом всех, от первоклашки до выпускника. Снова школа двери открывает, и за парты позовет звонок. На сцене кружатся в вальсе и поют песни одиннадцатиклассники. Будущие выпускники признаются, это 1 сентября для них уже стало особенным. Последнее 1 сентября в школе, потом будет 1 сентября уже в училищах, в институтах, в университетах. Надо готовиться к ЕГЭ. Сейчас очень быстро год пролетит. Очень такой волнительный, все так все переживают очень, ну, перед экзаменами. Но пока конец учебного года далеко, можно и потанцевать, и поиграть. Например, на сцене юные инспекторы дорожного движения, тоже ученики 12-й школы, показали сценку о правилах на дороге и провели викторину. О дорожных знаках никому не забывать. Поговорим о знаках дорожных. Поговорим. Первоклассники тоже участвуют в праздничном концерте. Целый месяц разучивали слова. И вот Ксюша Патракова впервые выступает на сцене школы. Все взрослые нас поздравляют, учениками называют. Праздник окончен. Время снова возвращаться в класс. У кого-то на лицах улыбки, а у кого-то и слезы. А что заревел? Грустно. А почему грустно? С садиком было грустно прощаться или с школой? 11 лет. Учиться, да? Долго. Остается только пожелать, чтобы эти 11 лет для нынешних первоклашек Максима Орехова, Ксюши Патраковой и многих других были легкими и интересными. Всего же в Соликамске 1 сентября 2018 года места за партами заняли свыше 1400 учеников первых классов. Любовь Битнер, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».